Привет всем, мои дорогие друзья, с вами Дарт, и сегодня мы опять в игре The Isle. Так, извиняюсь, потянулся так, The Isle, и сегодня мы посмотрим скины Карнотавра. Так, опять же пустой сервер. Так. Выбираем пустой сервер и нажимаем на Карнотавра. Так. Ну вот наш первый скин. Давайте. Посмотрим. Вау. Карнотавр. Офигенно. Смотрится просто невероятно. К сожалению, приблизить я не могу. Но выглядит он просто круто. Значит, это наш скин под номером 1. Но так как мы не видели, ни вы, ни я не видели игру за Карнотавра, поэтому я предлагаю немного... О! Можно приседать, к сожалению, это у Тираннозавра я вам не успел показать. Но зато посмотрим у Карнотавра. Вот он присел. Можно кусать снизу. Давайте посмотрим на его укусы. Как и у Тираннозавра, только быстрее. Карнотавр был как минимум раза в 2-3 меньше, чем Тираннозавр. Но звуки шагов здесь все равно от него здоровенные такие. Громкие. Так, давайте немного пробежимся. Вау, вот эта скорость. Бежит он, конечно, неряшливо, но скорость невероятна. Извиняюсь, у меня это немножко глюкнуло. Так, ну голос подай. Карнотавр крут, конечно, ничего не скажешь. Еще звуки всплесков воды добавили вообще идеально. Выглядит он очень круто. Ну что ж, это был скин под номером 1. Переходим к скину под номером 2. Вот наш скин под номером 2. Извиняюсь, у меня может немножко подлагивать, так как визуализируется видео, а другого времени заснять нету. Значит, теперь Карнотавр у нас белый со светло-зеленым перемешку. Выглядит тоже очень круто. Как я и говорил, здесь все скины выполнены идеально. Как вы можете заметить, на шее, брюшной части имеются такие толстые вены. Ну и также его крохотные лапки были выполнены тоже очень хорошо. И количество пальцев 5. Нет, количество пальцев 4, все верно. Я уж хотел наругаться на них. Ну что ж, очень крутой скин. Тоже неплохой, но пока что мне нравится больше первый. По голосованиям, вроде у Тираннозавра, третий скин выигрывает пока. Голосование в группе будет находиться приличное количество времени, так что если вы хотите, чтобы какой-то скин победил, пожалуйста, заходите и голосуйте. Окружение хорошеет с каждым днем. Каждый раз, когда я хочу записать видео, каждый раз выходит какое-то обновление, то ли скин добавляется, то ли что-то здесь еще добавляют в графическом плане. Ну что ж, это был скин под номером 2, теперь переходим к третьему. И в количестве скинов я, конечно, ошибся, их также 7, как и у Тираннозавра, то и даже 8. Значит, вот скин под номером 3. К сожалению, стемнело, и во всей красе вы его увидеть не сможете. Ну, значит, это почти тот же самый окрас, что и предыдущий, только в более темных тонах. То есть, как видите, на хвосте полосы и на теле они остались теми же самыми. Поменялся только
тональность, то есть он теперь более темный. Я даже так двигаться могу, это прикольно. Это подкрадываться так, и вообще супер. Жалко, что прыгать я не могу. Ага. Ну вот это вот, ребята, это прикольно. Просто круто. И рога у нас теперь тоже в темную, как раз черные рога у нас теперь такие. Я и говорю, просто тональность поменялась. Значит, вот такой скин у нас. Видите, у него лапки трясутся, так прикольно. Вот он присел, да? Круто. Так, ну что ж, посмотрели. Теперь переходим в скину под номером 4. Вот наш еще более изумительный окрас под номером 4. Просто прелесть. Окрас, по сути, не меняется, меняется только цвета. То есть, вот видите, на хвосте полосы, они точно так же на всех остальных скинах. Меняется цвет рогов, цвет вот пятен, всего цвет меняется, а сам окрас, расположение полос и пятен остается неизменным. Ну да ладно, зато выглядит просто круто. Если мне до этого нравился зеленый, то теперь мне нравится оранжевый. Оранжевый карнотавр просто прекрасен. Упс. Вы тоже это видите? Ха-ха-ха! Шантунгозавр! Посмотрите, насколько он больше карнотавра, офигеть! Офигеть, он огромный! К сожалению, нанести урон я ему не могу. Но зато я понял теперь, что я просто карлик по сравнению с травоядным шантунгозавром, да уж. Я же вам говорил, что он огромный. Если кто-то мне не верил, то вот, пожалуйста, он даже крупнее Т-рекса. Ну что ж, вот наш скин под номером 4. Переходим к следующему, под номером 5. Прошу любить и жаловать, скин Карнотавра под номером 5. Я к нему я могу подобрать только одно определение, это какой-то вулканический раптор. Тьфу, раптор, говорю, Карнотавр. Такое ощущение, что это не просто полосы, а боковые линии, как у рыб. Осязательный орган. Ну, я не знаю, выглядит, конечно, круто. Тут поблизости никаких тоже шантунгозавров не гуляет случайно. Но даже если я и нашел бота, вы видели, я его пытался укусить, и ему было абсолютно пофиг. Ему не то, что не больно, я ему просто не наносил никакого урона. Возможно, это из-за того, что я мелкий такой по сравнению с ним, но все же больно я мог ему сделать, но не получилось. Цвет глаз у нас тоже такой красноватый, ну не знаю, выглядит круто. Особенно на таком алом закате. Выглядит круто, да. Но все же оранжевый пока что мой любимый. Ну что ж, переходим к следующему под номером 6. Окрас кожи под номером 6. Теперь у нас Карнотавр что-то вроде тигра. Выглядит... просто круто, и предыдущий оранжевый окрас уходит на второй план по сравнению с этим. Просто невероятно. Как они это делают? Как вот им в голову приходят вот такие расы? Я просто не понимаю. Лично я бы так не смог. Здесь начало дня.
Ну, это для тех, кто хотел бы увидеть Карнотавра в движении, вид сбоку. А так, видите, я даже не... Я бесшумен. Бесшумный убийца. Ну что ж, переходим к следующему скину под номером 7. Ну, конечно же, куда же без любителей... Куда же денешься от любителей альбиносов? Карнотавр альбинос. Глаза у нас красные, сам весь белый. В принципе, окрас... Если только вот не всякие пятна и прочее, окрас один в один, как у тираннозавра. Но все же смотрится тоже очень красиво, и что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Конечно, тот оранжевый мне нравится пока что больше, но в этом тоже что-то имеется. Я вижу на небе две дырочки. Зачем? Кто-нибудь знает? Я лично не в курсе. Ну что ж, и остался последний под номером 8. И давайте перейдем к нему. Последний на сегодня скин Карнотавра, который доступен. Единственное, что я могу сказать по его поводу, это просто вау! Просто красный, светло-красный глаз. Точнее, оба глаза. И та же боковая полоса, которая была у предыдущего, похожего на этот скин, она осталась. Только она теперь такая темно-бордовая. А поверх нее еще одна светло-красного цвета. Это просто супер. Просто невероятно. Человек, который придумал вот этот скин, я уверен, что там не один и тот же все придумывает, он просто молодец. У него просто талант. Просто круто. Еще так светится. Интересно, а в темноте это будет светиться этот окрас или нет? Когда-нибудь, когда посмотрим все скины, прогуляемся вглубь острова. Вдруг там что-нибудь найдем интересного. Ну что ж, это был последний скин Карнотавра, который доступен на сегодня в игре. Надеюсь, вы выбрали свой любимый. Вы будете либо играть с этим скином, либо просто проголосуйте за него в группе, чтобы он победил. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео. И пока.